Всем здорово, это канал Мапкин Геймер, и мы снова начинаем продолжаем прохождение Ведьмака третьего, Вимхант, Дикая Охота. А где это у нас? Да там у нас Факел на ночь. Погнали. Так, где мой этот инжеробер вот этот вот, который там именуют циклотрой? Ты где? Ты что, зомби? Телепортировался. Кошачьи глаза. Знак дьявола. Тебя... Они ко всем приходили. И все заплатили. Только Уолтер попробовал сопротивляться. Слышал вчеровой, что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Так, а куда мне, собственно, надо? И клуб твой. Деревня под лесом. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дезертирию. Так, на сюда. Капец, а что у купца есть? Амулетики? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечник. Да хорош ты, дядь. Так, надо попродавать всякую гадость. Ремонтный набор, это мне надо. Потерпение. Штаны. Так, ух ты, мать. 15. Они такие дешевые, блядь. Маленькие топинки. Необходим уровень 5. У меня скоро 5 уровень. Плюс 23. Так, камни вот эти, блядь, видео. Шанс вызвать отравление. И ремонтный набор ученика оружия. Предмет мастер. Прочность их восстановлена. Понятно. Черепок. Можно продать торговцы. Обычный предмет. Прах. Надо. Так, это... Пятая эссенция. Ремонтный набор ученика. Ученика. Сколько стоит? 20 купим. Это что такое? Объем сидельных сумок. Вот это. Так, кстати, ем будет.
2. Ой, прикол. Плацвелла не подскидывает, не надо. Прощай. Прикольно, а ну-ка. Надеюсь, потом убить нельзя, блядь, потом, блядь, пропадет все. Чуть быстрее сюда. Так, плотва. Сумки. Поищи. Так, один маленький сумка, которую приобрел. Идеальная. Я чуть не уехал. А, то есть я так приложить не могу. А? Ах, ах, этот объем сидельных сумок. Подожди, чего? Вот я выложу. Понятно. Жрачки. Вот вон. Потом надо разбить. Так, прочность 51. Выбрать ячейку. Ну, он делся. А. Пусть у меня тут сегодня не снова какие. Че, тут я могу скинуть еще не могу ничего отдать. Так. Рюкзак, алхимия. Это полный хам. Мой-то снова потащился к этой колдуне. Вау! А я сегодня получил гордость хлеба. Посмотри на и силу живую высасывает. Покупайте, Габриэль! Покажи мне, хочу, чтобы ты никто себя не сделал. Угу. Сделаешь мне одну вещицу? Ремесло. Болт. Хватает ингредиента. Хватает ингредиента. А что надо? Здесь не хватает обрезки кожи. Ничего не хочу. Принесла лапка.
Плюс 12 33. Ну, зебро. Ну, куча творники. Так. Чего там для души не хватает? А ну-ка. Подожди, чего? Я не знаю, сюда. Не хватает ингредиентов. Там-ка здесь чего? Резких. А что, типа, все лучше? А кетон сос... Ух ты, здесь... Погибовый 5. Компонент. Чатки. Непогибовый 23. Серебряный меч. Их не будет 37. Так, уху. Еще будет. И 402. Придется создать носки. Будь здоров. Так, а что это? Печатки взял? Сапоги. Да. Вот. Так, эти можно. Так. Этот кровопивец сидел дьявол, но я любишь сверчка. А хлеба из камень я она не напечет. Надо бы его другой раз колдунье послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? Ищу колдунью. У меня дело к вашей колдунье. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелила. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набра... У Марьян... Эй! Да ну! Не смотри на меня так. День добрый. Ты, говорят, знаешь... Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища, оставьте меня в покое, а бабу мою не слушайте, потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуни, ни знахари, ни вещих бабок не осталось. Может, Марк Рон освежит твою память? Ну, раз такое дело... За деревней найдете прудик, обойдите его и... Спасибо. Только... Понятно. Ну. Ничего я вашей колдуне не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась. Ну, и собой не дурна. Спасибо за... Сделай себе прощу и поймай медведя. У вас в руках такое ремесло, что... Большой камень у пруда. Теперь направо и до телеги. Ух ты.
черт! Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Кушается, скотина. Молока не дает. А тут новый ребятенок на подходе. Спасите нас, добрая госпожа. Сложно. Госпожа, коровенка, значит, с гумна. Я тебе что, пастушка? Остальные с голоду околели. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с трав. Спасибо тебе, госпожа. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Тихий. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше завтра зайти. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надо. Есть кто дома? Ничего, охота на ведьм, обыскать хату, используя ведьмачищу. Обычная мазь, ничего особенного. Обычная мазь, ничего особенного. Обычная свечка. И куда она делась? Письмо Калюк Сангелу. Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. Зеркало. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Мило. Быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Кейра Мец в самом сердце Велена. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что... Какая прелесть. Какая-то...
Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу Цири. Ту самую Цири. И нельзя, чтобы кто... Цирилла здесь? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то... Ты точно? Нет. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Чего полсотни здесь стоит? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц? Три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Как он назвался? Никак. Он сказал, что ему... Только что они... Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попро... Значит... Да. Зачем? У меня тоже есть дело к этому. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цириллой. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже был? Нет. Ну давай выясним. Давайте. Ну что? Велоклан! Подожди, грибы. Это грибник пятого уровня. Дикая охота. Дикая. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Ну, полюбуйся на несуществующее. Сними навигатор. Навигатор. Что? GPS-навигатор. Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. О, шмурики. Где у меня тут разборки, наверное? Задание дополнено. А? Ой-ой! А чё ты, кстати? А чё сдох? Чё за прикол? Велоклан! Можешь телепортировать? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится.
неизвестно, где сейчас Кейра. Ремонтный набор. Ты сюда же пришел? Что за прикол? Опять эти. Я легко сыграть, ничего не легко. Болты. Так, ладно. А куда мне идти надо? Что-то у меня там подхода много. Что с дверью делать? Пользуется. Видимо, чуть-чуть. Ага. Давай, духа.
Так, вот эта фигня, короче, коцает, да? А чё, я бежал тупо вокруг и всё? Кейра! Куда мы теперь? Стоять. Это же просто крысы. Убери их! О! Убей их, умоляю! Еще. Фу, дрянь какая! Лиладки! Лиладки! Геральт! Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Ну давай! Так, что там делать? Мерзость! Нет нужной бомбы. А, бомба нужна. Где ее взять? Не, бомба. Не годится. Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Так, конечно, сумма. Убей их! Ну? Убери их! О! Ты знаешь, они разносят болезнь. Так, эликсир, бомб, белый лед, снижение интоксикации. Где бомбу брали? Бомба. Так, алхимис. Алкоголь, бомба. Ну, селитра. Не селитра, она. Ну, нет бомбы. Где мне бомбу брать? Бегом. Убей их! Убей! Ну? Уничтожить крысиные норы знаками или бомбой. Фу, блядь, какая! Куда ты, блядь? Так. Ау! Сколько они разносят болезнь? Сдохни! Так, а где второй? Мерзость! Мерзость! Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что ты? Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Идем, охот. Ты что, совсем? Идем. Может, еще успеем. Но что, охоте от него, ну? Если этот. А, я не. Вела клана! Да, че, у меня тут факел слышно. Лишь. Или бочки. Лара на люк. Файве Т, Ларена Люнет. Это он! Это эльф! Арвех Тваглайдев. Не
Нет. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет... Простень? Может, это... Так или иначе... Увид. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Так, а куда мне там надо? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Учился накладывать их. Пошел тренироваться. Скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых. Пойдем. Угу. Ой-ой, что это такое? Ой-ой. Там что-то ящик. Скотина. Он не дерется, что такое? Он не прыгает. В шоке. Что ты делаешь, ёб твою мать? Блин. Заглючка.
Он очень похож на тот столб с проекцией. Зрель, не for the Slasher M. Зрель, не for the Slasher. Хельпи? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скак... Хорошее имя для лошади. Использовать связанное с Хельпи. Здесь типа... Интересно, что это означает? Такое ощущение, что их в спешке рисовали известью. Геральт! Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего с Кельпи. Обязательно Ой. Хватать все подряд. Это... Геральт, все в порядке? Допустим. Морское чудовище. Напоминает Кейрона. Геральт, что это? Очередная ловушка, чтоб меня. Думаешь, это такая психологическая игра? Ну, знаешь, можешь ли ты победить самого себя, что такое? А может, призраки думают, что это они настоящие? Я вот не сомневаюсь, кто из вас настоящий. С тобой а когда-нибудь такое случалось? Ну, не... Сохранение, так. Ручное сохранение. Что подобное? Когда-то давно один Доплер попробовал в меня превратиться. Ну и что? Ему не понравилось. Доплеры по натуре очень добрые. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. А как я сюда вылезать буду? Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Кер, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются. Ну, вперед. Так, теперь понятно, что прервало телепортацию. Этот телепорт. Вот почему я приземлился в гнезде у солнца. Это... Ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Конечно. Конечно, сейчас безопасно. Вялоатлан. Ужасно тихо. Это плохо? Зираэль неопознанно. Ущерб и посторонний.
Да, ёптума. А что случилось? Паром не хочет быть, слышно. Корм не беру. Все, да? Ну вот и все. Я знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Блин, шмотки поломались. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Мать, подойди к нему. Нет, там тебе косточка. Надо активировать его. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий год. Дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Ржут. Делать,
Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Белый ход. Его вызвал чародей дикой охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробую вызвать Бурун Димети. Держись ближе! Тариан Ной! Держись рядом. Держись поближе. Что это может быть? Кейра! Что с тобой? Чепуха.
месячный. Просто потратила слишком много силы. Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, я попробую... Предоставь это мне. Еще догоним. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Ус. Ну? Шит. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Интересно, насколько тебя хватит. Так, прыгай давай. Что это? Сало хочу. Да, сало. Ты
наконец-то. Ты как? Нормально. Я боялась, что... Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория нашего эльфа. Стой. Смотри, похоже, эльф оставил для... А ты хип. Стоит тут нормально. Восстановление здоровья. На весточке. Что-то тут есть еще интересно. Это что? Языка. Запекло. Здесь еще что-то. Лорана Люнд. Так, посмотрим сообщение. Где мы в последнем? Проклятие. Может, и хорошо, что он не остался. Они обыскали все. Это не от меня. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кейра, если... Но... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но там написано, что деревенские ведьмы иногда... И... Хм. Я, и когда я только приехала, однажды ночью... Как найти этих ведьм? Как мне их найти? Болото... Сладостей? А, точно. Пошу. Возьми книгу. Ладно, тогда давай для начала... Зачем мы вообще пришли? Это сказать себе день, мне кажется, еще чисто. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла... И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может, кроме... Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай вы. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Вялаглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Ой, ой.
Похоже, очередная загадка. Так, сука, там уже целый час рубашим. Так, ну, на этом, пожалуй, мы закончим. Кстати, кто не подписался, подписывайтесь на канал, обязательно ставим лайк, комментируем видео. До скорых встреч, дорогие друзья.